Приветствую вас. Ситуация на самом деле достаточно неоднозначная, на мой взгляд. Потому что, с одной стороны, вы не описали ничего такого, прямо скажем, страшного и ужасного, да, с одной стороны. Вот. Но, с другой стороны, я могу предположить, что вам, ну, действительно неприятно, я могу предположить, что вам действительно не по себе от этого, от того, что происходит. И я могу предположить, что вас это волнует. Правда, момент здесь заключается в том, почему вас это волнует. То есть, по какой причине вас волнуют подобные вещи. Ну, грубо говоря, пропускают вас. Значит, люди, да, вперед. Ну и что, соответственно, такого в этом, да? То есть, если вас пропустили, ну, в этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего странного, в этом нет ничего негативного. Вот. Но другой вопрос. Если вы сами обратили на это внимание. Другой вопрос, если вы сами почувствовали, что вам неприятно. Это уже другой вопрос. По какой причине? То есть, по какой причине вам это стало неприятно? Что вы вкладываете в это, ну вот, в действие этих мужчин, что вы вкладываете? То есть, вкладываете ли вы то, что они вас как-то принижают? Вкладываете ли вы в это то, что они считают вас слабее? Вкладываете ли вы в это в то, что вы недостаточно мужественны? Или что? То есть, на мой взгляд, здесь нужно разобраться в первую очередь с этим. Вот. То есть, в первую очередь нужно разобраться с тем, почему и чем вас это вызывает. Вот. На мой взгляд, это важно. Это важнее всего. Вот. Значит, с другой стороны, нельзя исключать того факта, что, ну, скажем так, то, что вы описываете, это всего лишь случайность, вот. То есть, просто стечение обстоятельств, которое, ну вот, бросилось вам в глаза, потому что вы, возможно, переживаете некий кризис, в котором, ну, не чувствуете себя достаточно уверенно, скажем так. Вот. Этот момент тоже нельзя списывать со счетов, да? То есть, может ли такое быть, что вы просто вот заметили то, в чем сомневаетесь? Да вполне. Вполне такое может быть. Вот.
И мне кажется, что вы даже сами знаете то, что это может быть. Значит, что это может означать? Пишите вы. Ну, означать это может все что угодно. Например, то, что вы на особом счету у друзей. То, что вас ценят, уважают. То, что вами дорожат. Может означать это и другое, что вас напротив считают слабым, конфликтным и так далее. То есть причины, вот истинные причины, да, зависят от контекста ваших отношений в целом. То есть насколько контекст отношений раскрыт у вас, вот настолько и точно можно предсказать, что значит вот такая история, да, такая история, что вы оказались объектом такого отношения. Вот. Мне бы не хотелось, если честно, давать какие-то однозначные оценки, потому что в зависимости от людей, а понятно, что компании, они всегда подбираются по, ну, по определенным критериям, да, то есть, ну, людей что-то объединяет, как правило, всегда. Вот, и в зависимости от того, что объединяет вас, мне кажется, в зависимости от этого и нужно уже исходить. То есть от этого нужно отталкиваться. Вот. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы практически, вот практически никак не пояснили свою связь с этими друзьями. То есть вы говорите, у нас в компании друзей одни мужчины. Знаете, у нас в компании, то есть в компании фирме, или у нас в компании, то есть группе, потому что в конце вы написали, что вы не начальник, то есть вы именно не начальник, вы сделали упор на то, что вы не начальник. И мне очень, конечно, интересно, почему вы сделали упор на том, что вы не начальник, то есть, как бы, если у вас друзья, просто группа друзей, то, ну, даже если бы вы были начальником, то такое отношение было бы странным, на самом деле. Вот. Если вы хотели бы, например, чтобы, ну, чтобы вас больше ценили, да, вот, если вы хотели бы, чтобы вас больше уважали бы, или вы считаете, что, ну, немного вы добились в своей жизни, то мне кажется, что это отдельная тема для разговора, и говорить об этом стоит все-таки в совсем ином ключе. Вот. Но тем не менее, в этот момент нужно уточнить. Вот. То есть ситуация в том, что вы
дали минимум информации, но задаете вопросы достаточно важный. То есть это важный вопрос, потому что от ответа на вопрос может зависеть ваше будущее в этой компании. Вот, или в группе друзей, не знаю. Вот. Но в любом случае есть вот странность, что у нас в компании друзей только мужчины, вот, в компании или группа. Вот, и странная ваша связь с начальником. То есть, как бы это ни было переносом на ситуацию ваших скрытых потребностей в реализации и в социальной значимости. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.